Доброе утро, друзья! 26 ноября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Всемирный день информации, Международный день сапожника, День Конституции Абхазии. Златоуст в народном календаре. Начиналась так называемая переменная пора. Хозяйки делали фарш, и вся семья стряпала любимое блюдо. Знаменательное событие. 1894 год. Состоялось бракосочетание Николая II с принцессой Гессен-Дармштадтской. В 1963 день рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши». 1976. В окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка – Microsoft. Родились в этот день, 1847 год, Мария Федоровна Романова, российская императрица, супруга Александра III. В 1926 родилась Маргарита Назарова, советская артистка цирка, дрессировщица, актриса кино, народная артистка РСФСР. В 1938 году Анна Шатилова, советская телеведущая, диктор центрального телевидения, народная артистка РСФСР. 1939 родилась Тина Тернер, американская певица, автор песен и актриса. 1975 год Максим Аверин, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 7 часов 38 минут по московскому времени 29-е лунные сутки. Приходится считаться с тем, что сегодня самый опасный из всех сложных дней лунного месяца. В это время наступают дни Гекаты, черные безлунные ночи. Вот-вот наступит новолуние, и луна не просматривается на небосводе. Сгущается тьма, люди ослабевают, энергия истощается. Вероятно возрастание нервного напряжения, накапливание стресса, а также подавленность. Настроение, тревога, снижение общего тонуса. С 7 часов 38 минут до 18 часов 8 минут 30-й день лунного цикла. Следует особо отметить, что эти лунные сутки бывают не каждый месяц. Они самые спокойные и светлые из всего лунного месяца. Сегодня день любви, прощения, покаяния и подведения итогов за месяц, а также отказа от ненужного, завершения дел, раздачи старых долгов и, главное, день вступления в новый лунный цикл. После 18 часов 8 минут новолуние, первый лунный день, основа для всего последующего месяца. Этот день очень похож на Новый год. Планы и мечты имеют высокие шансы сбыться, но только в том случае, если они не связаны с местью и помыслы ваши чисты. Очень хороший, чистый и светлый день, но лунный цикл только начинается, и сил для действий недостаточно. Ограничьтесь построением планов и проектов. Смысл и цель первого лунного дня – дать человеку возможность взять свою жизнь в свои руки, добиться того, чего он хочет. Вот такое 26 ноября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Благодарность можно выразить по ссылке в описании. Удачного дня!